Да-да-да, вот сюда. Вон он ходит. Так, а на какую клавишу играть? На F. Вон он чуть правее. Вот он, бросай. Лови, мудила! Я бы полежал в маяке. Я не могу тебя подобрать почему-то. А, у меня слот занят, сейчас. Я, может, доползу. Ой, спасибо. Так, а ты на втором этаже там, да, у нас это? Да-да-да-да-да, там две кровати. А вот так мне нравится. Нет! Кто поблизости тут? Уля-уля! Ты подожди, слышишь? Как это работает? Вас что, двое или один? Деда, а чище я притянешь на это в смысле? Оно ползет! Дед! И все по новой! Как это работает, я не понял. Точно ластиска. Чат, как думаешь? Какой здесь самый маленький предмет на этой карте? У меня телефон. Мой член. Да как он живет-то? У нас снайпер наверху. Меня трахнули. Вы против троих. Ой, красиво! Красиво ты ему засандалил, блин. Челюсть-то. Сидим спиной, пожалуйста. Дымит уже, аккуратнее. Аккуратно, я иду. Да-да-да, аккуратно. Я скажу... Что Господи! Нет! Сука! Боже. Что произошло? Что? Что произошло? Ты действительно поверил им, да? Кто-то взорвался. Себя чувствуют баскетболисты, кстати говоря. Смотри, ты в потолок упираешься. Это был лучший тайминг. Блин, это было неплохо, на самом деле. А, в тайминг. Что тебе не нравится? Чел, ты палет разбираешь таким образом? Классное оружие у тебя, Эйда. Новое? Ну и где миротворцы, когда они так нужны? Я на работе. Нет, 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 нет. Боже, зачем я это наделал? США! Блять, что это было? Блять, смотри сейчас. Ой. Я ничего в жизни более страшного не видел. И это меня пугает гораздо больше, чем вот это. Не, ну я могу подождать, конечно, но... Я так понимаю, вы этот квест не выполнили, да, Даша? Предъявить тебе обвинение за взятку. Не, чувак, я просто... Кто это сделал? Ой. Что-то странное происходит. Ты от миротворцев не спрячешься! О, бля, меня зацепило. А это так и должно выглядеть? Кто это? Где же этот сукин сын прячется?
Твою мать, как... Кто это делает? Ужас. Мне что, весь день здесь торчать? Какого хуя тут происходит? Черт, нет. Видал? Видал? Мудила, хватит уже тянуть кота за яйца. Просто лучше так, хорошо. Ладно, подожди, а почему у меня, если у меня убирается весь интерфейс с экрана, почему у меня не убирается то, что мне нужно? О, боже. Не, вот это лучше. То, что надо, прям то, что надо. Вообще, придирки ко внешности Лои — это признак того, что вы, ну, скорее всего, просто испытываете какие-то комплексы. Если вам не нравится чья-то внешность... Выходи! Облегчи себе! Прикончите ее! Че, у тебя биполяр? Или что? Наверное. Наверное. Ты же не допрыгнул. Эрен, внизу все живы-здоровы. Сейчас проверим. Конец. А могу его обезвредить? Не та кнопка. Штука меня спасет. Это не нормально. Что было? Боже, как? Но как это работает? Чел, ты можешь уйти? Хотя ты знаешь, что ты добавляешь какого-то отчаяния этой композиции. Господи, что вообще? Ну, в принципе, мне нравится. Ты знаешь, особенно мне взгляд Эренда нравится. Он прям лучший. Чел такой, what the fuck? Мам? Непонятно пока. Непонятно. О, боже, нет, он дует в камень, придурок. Смотри, весь огонь наверх ушел. Это, кстати, учитывается. А, да ладно! Серьезно! Это так тупо, типа, блин, серьезно? Зелье выпил. Да, я заметил, я потом понял, такой думаю, понятно, ясно. Ой, блядь! О-о-о, бежи, блядь! Давай, срань, давай. Давай, что ты там дерешься? Куда ты дерешься, а? Давай, покажи, что там можешь. Че, никак? Пук-пук, среник-среник, да? О, боже мой. Ты говорил про трову, а будет ссылка? Так, ребята, я пока никуда не собираюсь, ни на какой трову. Я говорю про то, что они активно скупают стримеров. Предложения, на самом деле, довольно выгодные. Я просто знаю, я на трово перейду только в том случае, если здесь вам будет дискомфортно смотреть. Да пофиг мне на эту партнерку. Я повторюсь, я нормально проживу. Вот если вам будет неудобно смотреть здесь по определенным причинам, там, ну, допустим, заблокируют Twitch в России, запросто может быть, тогда что-то будем думать. Пока что расслабьтесь, окей, за меня не волнуйтесь еще раз. Я, конечно,
Ну, немного просяду по доходам, но мне все равно будет нормально. Все будет окей, ребята. Главное, чтобы все было нормально с людьми. Нужна. Может быть, под этой штукой? Нет! О, блядь! Я не знаю, что делать. Ой, ой, бежим, бежим. Бьешь ты, чел? О, боже мой, я понял. Бля, ты душный. Камон, я же так замахивался долго. Ага, я. Ау. Фаталити. Прикольно. Вторая фаза, где? Она сломалась, у нее здоровье. А, да? Меня убило. Алло. Мне кажется, что-то было сломано, нет? Увидимся в аду. И растоптал меня! И сам сдох! Привет, Артур. Скажи, Elden Ring тебя удовлетворяет как игра? Дает ощущение? О, да, это оно. Да, она дает это ощущение мне. Не! Bullshit. Дерьмо. Боже, как же хорошо.